Министр иностранных дел Китая Цин Кан провел в Пекине переговоры с генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином. Глава МИД КНР подчеркнул важную роль ШОС в содействии региональной стабильности, развитию и процветанию. Он также подчеркнул, что Китай готов укреплять сотрудничество с другими странами-участницами организации, чтобы вместе выстраивать общее будущее. Цин Кан заявил, что главная философия ШОС, шанхайский дух, отражает взаимодоверие, обоюдную выгоду, равенство, диалог, уважение культурного разнообразия и стремление к общему развитию. Чжан Мин отметил, что секретариат ШОС продолжит воплощать в жизнь решения, достигнутые участниками организации, совершенствуя методы работы и понимая ее уровень.